Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить DLC для метрового квест. У нас это последний из них под названием Анна. Поехали. Ну вот, ВДНХ. Родные места, а? Знаешь, меня ведь тоже тогда чуть не накрыло. Искала Хантера до последнего. Отец, конечно, не знал. Знаешь, я рада, что отец отправил меня с тобой. Как я мечтала убить хоть одного черного с тех пор, как они убили Хантера. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подберу. Ладно, удачи. Интересно. Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чадит. А я не вижу. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. А, вот он. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Есть какое-то движение. Приготовься. Это не черные. Это стражи. Сейчас я по ним поработаю. Вертись, собака. Завыть. Держись, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Увернулся. Меняю магазин. Еще! Смотри за камышами. Перезарядка. Молодец. Хорош. Так, вроде все почистили. Ты цел? Эй, ты цел там? А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артём. Так, давай влево. Там есть обход. Меняю позицию!
На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Вот он! Вижу его! Дьявол! Вот эта скорость! Как это он? Вперед, за ним! Нашла. Слежу за ним. Скорее, за ним! Ладно, что-то она так решит, что я не могу. Вижу! Сейчас я ему гаду! Готов! Осторожней! Хватай его! Что за... Артём, что с тобой? Ты слышишь меня? Артём, ты живой? Ну, тварь, я тебя достану! Держись. Иду к тебе. Идеально. Вообще ничего не слышал? Ничего. А, где-то тут бункер нашли со стратегическими запасами. Нам лет на 1000 хватит. Нифига себе. А чего мы тогда тут делаем, раз его уже нашли? А ты чё? Думаешь, они так и побежали делиться со всеми? Сидят и жрут в три горла. Вот он. Ты... Что? Где? Откуда? Коммуняки! Внимание, граната пошла! Тану. Держись, иду к тебе. А, ну в общем, где-то тут рейнджеры полиса бункер нашли со стратегическими запасами. Нам лет. Нифига себе. А чего мы тогда тут делаем, раз его уже нашли? А ты чё? Думаешь, они так и побежали делиться со всеми? Сидят сами и жрут в три горла. Вот оно чё. Да, тогда надо искать. Держись, иду к тебе. Ты чё, вообще ничего не слышал? Ничего. А, где-то тут бункер нашли со стратегическими запасами. Нам лет на 1000 хватит. Нифига себе. А чего мы тогда тут делаем, раз его уже нашли? Thank you.
Держи, ком... Так, без записи я тут попал в сервер, так что все говорит. Я стал показывать, потому что не знаю, как я там помру. Прямо. Прячься. Недолго осталось. Так. Хорош. Только да, но все очевидно. Вот он лежит, походу. Нет? Надо двигаться. Не нравится мне тут. Чего? Нормально же все. А Феликсу на поверхности вечно демоны мерещатся. Да не, чё ты, тут другое дело. Все равно как смотрит кто на нас. Вот прямо в спину. Так нет же тут никого. Ктось? Ой, блин. А нет, тут все еще хорошо. Надо двигаться. Не нравится мне тут. Чего? Нормально же все. А Феликсу на поверхности вечно демоны мерещатся. Да не, чё ты. Тут другое дело. Все равно как смотрит кто на нас. Вот прямо в спину. Так нет же тут никого. А в руинах этих... Я что уже совсем близко. Было? И когда это разбомбили? Поезд закончен. Да чё ты узнаешь, что тут говорили? Эй, что так? Понятно. Это странное место. Вот, если не свои же. Так точно, господин Отлично. Значит, сегодня успеем обыскать еще и центральный. Заканчивай и распределяйте людей по новым. Почти на месте. Будет исполнен, господин штурмшарфюрер. Артём! Артём! В общем, она его не бросила, пытался его спасти, но в итоге все опоздало. В общем, все. Мы прощаемся с Петрушкой. Это было великолепно, это было круто, это было замечательно. Из всех DLC мне понравилось Хан. Про Павла я знаю. Что-то еще было. Мартин чуть не очень. Вот, снайпер еще понравилось, получил угол, не знаю. В общем так. Канале наша Анна и снайпер. Вот так вот как. Ну и тяжелая пехота. Все. Мы прощаемся с метро. Очень бы хотел начать третий чек, исход. Очень надеюсь, что я смогу меня поиграть. Очень надеюсь, что я пройду на хорошую концовку.
И что ж, победил я, думаю, на новом пути. Чувствую себя. Всем пока.